А вот следующие наши участники, между прочим, просят времени на подготовку. Да-да. И за темницы цену они тоже просят. Спасибо. И аплодисменты. Тоже просят. Дичь по-китайски. Пэнти стокинг. И гартербелт. Между небом и землей стоит Натен-Сити, город, жителями которого являются ангелы. Они выглядят совсем не так, как рисует их наше воображение. И ведут они себя далеко не по-ангельски. Встречаем.